Ну, вот с этой истории начнем. На Неглинной улице в Москве женщина устроила истерику и напала на участников движения «Стоп-хам». Молодые люди традиционно хотели прикрепить к лобовому стеклу ее иномарки свою знаменитую наклейку. Я сейчас охрану свою вызову. Спокойно, спокойно. Я со своей охраной. Надо пошел. Никого трогать. Убирать камеру. Теперь заяви на меня. Иди, я президент компании. Иди, заявляй. Давай сюда телефон. Президент компании. Иномарка стояла впритык к зданию на пешеходной части, потому, собственно, и привлекла внимание активистов. Что касается хозяйки машины, как выяснил Лайф, это вспыльчивая особа в платке Асия Дарсаева, действительно президент компании, крупной компании по производству халяльных продуктов «Платира». За несколько секунд вот до этой истерики, которую мы с вами сейчас наблюдали, ее водитель чуть не задавил одного из молодых людей. Вначале они хотели ведь по-хорошему. Нет, это тротуар, к сожалению. Это пешеходная зона. Не надо, пожалуйста, человека давить. Куда? Куда? Зачем же вы человека давите, мужчина? Сам же на капот лег. В последнее время подобные истории с водителями, которые не уважают пространство пешеходов, кончаются скандалами и далеко не в пользу владельцев авто. Этим летом шума наделала история с бывшим чиновником Ирастом Матаевым. Девушка, которая снимала на мобильный его машину на Арбате, получила синяки, а ее смартфон разбили. В итоге, после общественного порицания, Матаев публично извинился и обязался возместить моральный ущерб. Но эта история, справедливости ради, скажу, что к «Стоп-хаму» не имела вообще никакого отношения.